Привет всем любителям эпохи империй, в этом видео расскажу вам, как правильно играть за одну из старейших цивилизаций в этой игре – тевтонцев. Это, кстати, мой второй ролик в этой рубрике, и общий план разбора будет точно такой же, как и в первом. Сначала я расскажу вам кратко о цивилизации, затем о ее сильных и слабых сторонах, в третьей части поговорим о подходящем для нее геймплее, в четвертой расскажу про подходящие билд-ордеры и закончу видео несколькими универсальными комбо-юнитов. Поехали! Краткая информация о цивилизации. Сама игра говорит нам, что тевтоны — это пехотная цивилизация. Звучит довольно скудно, однако, на мой взгляд, тевтон — это одна из наиболее универсальных цифр. Во-первых, у нас практически полная осадка, недостает только апгрейда на осадный таран, зато есть уникальный апгрейд на устойчивость осадки к юнитам ближнего боя. Во-вторых, очень сильные паладины с усиленной броней в ближнем бою, однако здесь не хватает апгрейда на скорость передвижения. Полная алебарда с увеличенной броней, а также мощный, но медленный уникальный юнит. Полный монастырь, а также практически полный университет, включая бомбардные башни. Все это есть в нашем распоряжении. Я думаю, вы уже заметили их основной минус. Есть все основное, но не хватает каких-то мелких вещей, что не дает им быть сильнейшей цивой. Теперь давайте конкретнее. Сильные и слабые стороны цивилизации. Тевтоны – отличный выбор на закрытые карты, вроде Арены, Black Forest, Hideout, Oasis и другие тому подобные карты. Другими словами, карты, где сражения проходят в одном или двух местах. Наша основная проблема – отсутствие мобильности, так что, играя против хорошего тевтона, нужно играть агрессивно и активно бороться за ключевые места и высоты на карте, открывая как можно больше фронтов для атаки. На поздней стадии к любой цивилизации мы можем подобрать универсальное комбо юнитов, поэтому сильной военной игровой стадии будут поздние замки и ранний империал, а в командной игре сюда еще можно добавить и поздний имп. Это связано с тем, что тевтонцы сильно зависят от золота. Без золота мы не можем производить наших сильных юнитов. У скирмов нету последнего апгрейда на атаку и дальность, а в конюшне так вообще нету даже апгрейда на легкую кавалерию. Поэтому в дуэлях старайтесь не затягивать игры, а выигрывать в замках или раннем импе, пока на карте еще осталось золото. Тевтонцы также имеют сильный экономический бонус. Наша ферма стоит 36 леса вместо 60, поэтому экономическое преимущество мы начинаем набирать уже с раннего феодала, когда заканчивается халявная еда. А сильнее всего бонус раскрывается в средних замках, когда игроки обычно сеют большое количество ферм. Геймплей. Как реализовать то, что имеем? Как я уже отметил, пик силы нашей экономики – это поздние замки и ранний империал, в который мы обычно переходим раньше благодаря большему количеству ферм. Это тот момент в игре, когда мы должны подобрать сильнейшее комбо юнитов и постараться максимально задавить нашего оппонента. Бояться тевтону стоит двух вещей. Во-первых, потерю контроля карты, потому что мы не сможем сделать больше ферм, если для них нету места. И во-вторых, отсутствие добычи золота, потому что без него нам практически нечем будет воевать. Поэтому стараемся играть агрессивно, начиная с поздних замков. Занимаем карту, контролируем золото и строим наших сильных юнитов. На некоторых картах можно использовать ранний феодальный раш башнями. Ну, его еще называют траш. Мы, кстати, имеем на них неплохой бонус. Вместо 5 юнитов у нас в них умещается 10, что и увеличивает их атаку. Поэтому мы чаще всего будем выигрывать перестрелку с вражескими башнями, которые часто бывают при таких стратегиях. Это позволит нам перейти в замки с уже неплохим контролем территории, которую в дальнейшем можно будет использовать. А вместе с тем, у нас уже будут крестьяне на форварде, которыми можно будет построить военные здания под базу оппонента, чтобы не пришлось тащить наших медленных юнитов через всю карту. Однако, будьте осторожны. У нас практически нету военных преимуществ в ранних эпохах, а также бонус на фермы нам никак не помогает в темной эпохе, а это значит, что нас могут обогнать в самом начале, поэтому траш я особо не рекомендую. Общий совет – старайтесь строить военные здания в поздних замках и ранних импах ближе к базе оппонента. Для тевтона это важнее, чем для других цивилизаций. Давайте немножко поговорим про то, что делать, если игра все-таки затянулась. Мой основной совет – продолжайте делать правильных золотых юнитов. Для этого настраиваем экономику таким образом, чтобы у нас работало от 90 ферм, около 20 лесорубов, и продаем даже по 14 золота за сотню всю еду. Кстати, при такой игре обязательно изучите гильдии в рынке, чтобы курс был выгоднее. Дерево продавать не нужно, потому что на картах вроде Арабии оно может закончиться на карте. Если враг играет с кирмами, алебардами и легкой кавалерией, то идеально добавить тевтонских рыцарей или чемпов к нашим алебардам. А если там много стрелковых юнитов,
то продаем всю еду и делаем на полученное золото осадку. Осадные анагры, пара трибучетов и защищаем это все алебардами. Также обращаю внимание, что очень важно количество собранных реликвий. Если игра затягивается, то за Тевтона особенно важно постараться собрать больше реликвий, чем оппонент. Основные билдордеры. Как я уже отметил, ранний траш – это один из вариантов старта для Тевтон. Однако, это довольно рискованная стратегия, и грамотный соперник может не дать нам построить первые башни. Экономический бонус у нас довольно сильный, поэтому исполнить можно практически любой билд. Для средних замков я советую играть пассивнее. Сам я обычно делаю скаутов с большим количеством стен, чтобы не пришлось потом ставить стрельбище и делать скирмов, потому что эти юниты для нас слабоваты в перспективе. К замкам обычно имеем уже большое количество леса, и не проблема добавить два городских центра, ну и парочку зданий вроде осадки против лучников или монастыря против коней. Защищаться на этой стадии нам должно быть довольно легко, потому что экономика растет очень быстро. Главное не забывать сеять фермы. Когда доходим до 60-70 крестьян, можно начинать задумываться о выходе с базы. Против конных циф делаем сильные пики и идем ставить осадки для таранов и пушек, бараки для алебард и, если нужно, стрельбище для канониров. Против лучных циф можно сделать анагры небольшое количество коней, под базу у врага ставим осадки для анагров и желательно накопить на замок, чтобы ломать здание не только пушками, но и требами, потому что пушки при плохом контроле и маленьком числе уязвимы к лучникам. На низком уровне за Тевтона я также любил делать 3-4 конюшни при переходе в замки. Это небольшой улын. Основная идея оставить на лесе 2-3 крестьян, а остальными сделать фермы и добывать золото. Это работает, потому что лес нам практически не нужен, разве что обновлять дешевые фермы. Можете тоже попробовать так поиграть. Уверен, парочку быстрых побед это вам принесет. Не забывайте только делать ап на фермы и добычу золота, здесь это особенно важно. Основные комбо юнитов. Частично про комбо я уже рассказал в прошлом пункте. Против лучных циф, вроде викинга, британца, майи, делаем сеченагры и юнит для защиты осадки. Алебарды против кавалерии, чемпы против орлов и самураев, тевтонские рыцари против берсеркеров. Для осадки добавляем трибучеты. Отбить это комбо в лоб при должном количестве практически невозможно. Против конных циф делаем больше упор в быстрый пуш с алебардами. Если враг добавляет свои алебарды, то делаем химию и добавляем канониров. В идеале успеть нанести урон таранами. Если же оборона затягивается, добавляем пушки, алебарды и точно так же сит-шинагры. Против пехотных циф играть немножко сложнее. Против них стараемся перейти в тевтонских рыцарей или наших сильных чемпов, подкрепляя это скорпами, канонирами и пушками с трибучетами. На этом у меня все. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, пишите в комментариях, что добавить в следующем видео, и подписывайтесь на канал, чтобы поддержать мой труд. Для меня это сейчас очень важно. Всем спасибо за просмотр, хорошего дня и удачи в рейтинговых играх.